мне всю жизнь угрожали, вот честно вам скажу. Ну, реально надо сказать. Мне всю жизнь угрожали. Я работал сам следователем. 10 лет, больше 10 лет следователем отработал. Там 10 лет подряд угрожали. В мэрии, когда работал, тоже угрожали. Здесь в работу тоже угрожают. Здесь ничего такого нет. Мы человеческих границ не переходим. Мы соблюдаем этику, мы соблюдаем законы. По закону не прав, значит не прав. Все. На этом точка. Да, были моменты, когда я с отцом не разговаривал из-за этих моментов. Когда я работал в милиции, в Октябрьском РОВД, даже мои коллеги могут подтвердить, бывшие, то, что я арестовал Юкульбалашку моего отца, зная об этом прекрасно. И после этого, да, были моменты, когда я с отцом, так скажем, не разговаривал. Были моменты, когда я отказывался от родственных отношений из-за работы вот в мэрии города Бишкек. У меня практически сейчас друзей нету. Я с родственниками отношений практически перестал держать. Из-за элементарных вещей, то, что они просят сделать кое-что там кому-то. И, честно говоря, я никогда не перемешиваю свои родственные отношения с работой. Стараюсь, по крайней мере.